Сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Самарской области почтили память святого равноапостольного князя Владимира, небесного покровителя войск Национальной гвардии Российской Федерации. Торжественное богослужение прошло в храме Иверского монастыря. В ходе таинства священник напомнил собравшимся, что с именем князя Владимира связано эпохальное событие, ставшее самым значимым в становлении христианской веры – крещение Руси. Это оказало значительное влияние на общественное, духовное, культурное развитие народов страны и на укрепление российской государственности. Просили всех угодников Божьих, князя Владимира, чтобы он своей крепкой, сильной рукою укрепил все наше благочестивое воинство, чтобы он помог, дал им здравие, дал им вот это свое небесное покровительство. А мы знаем, что когда Святая Церковь молится за наше воинство, то Господь не оставляет его. Священнослужитель совершил православный обряд елеопомазания росгвардейцев. Покровительство святого равноапостольного князя Владимира расценивается как знак высокого государственного и духовного предназначения Росгвардии. Светлана Кудрявцева, события.